Третий день Нового года принес массу погодных сюрпризов жителям европейской части России. Прошлым летом многие радовались, что далеко не убрали зимние вещи. Сейчас картина, ну, не с точностью, да наоборот, но близко к этому. Клим Санаткин докажет. Ну а вот результат нашей пятиминутной прогулки по январскому лесу. Вооружившись корзиной, Дмитрий Власов уже третий день подряд отправляется в лес. Начало января – самое время для грибной охоты. Кучками растут, плотненькие, свеженькие. За первые дни Нового года самый удачливый грибник Ярославля набрал несколько ведер, опят и вешенок. И те, и другие грибы съедобные. То есть можно собрать и сварить супчик. Такой январский. Из-за аномально теплой погоды грибной сезон уже открыт и в Воронежской области. Ощущение то ли ранняя весна, то ли поздняя осень. Да и в столице можно отправляться за грибами. Далеко идти не надо. Новогодние традиции лепить снеговиков или кататься с горок с такой зимой, видимо, скоро придется менять. И на январские праздники любоваться цветущими подснежниками или ходить в лес за грибами. Например, здесь, практически в самом центре Москвы, буквально пару дней назад появились опята. Пожалуй, наверное, первые цветы в наших местах, в Средней России. Это коллекция магнолий. Месяца через три оно должно быть в таком состоянии. Здесь подснежники. Очевидно, их тоже погода обманула. Если так пойдет и дальше, магнолии зацветут через пару недель, а вот подснежники могут раскрыться уже к Рождеству. Такое весеннее обострение имеет и обратную сторону. Это на самом деле опасно, потому что рано или поздно будут настоящие морозы, и вот эти полураскрывшиеся почки могут быть повреждены. И полноценного цветения весной в этом случае не будет. Фотографии с хэштегом «Новый год» удивляет. И вот такой Новый год завалили соцсети. В Калужской области расцвели анютины глазки, в Подмосковье зеленеет сирень, в Карелии цветут розы. У меня уже были розы в середине ноября в снегу. Но чтобы в январе, да еще не в Сочи и даже не в средней полосе России, а в Карелии. В самом же Сочи... Плюс 15, у нас уже зацвели вот цветы. В Симферополе плюс 16. И вот у меня цветет морозник. В Ростове-на-Дону травка зеленеет. Вот столько травы выросло зимой. Жители Тульской области взялись за мобильные телефоны, чтобы снять редкие кадры. Такое ощущение, как будто не январь, а ну, весна, как минимум, март-апрель месяц. В Воронеже вместо оливье готовят весенний салат с листьями одуванчиков. Нарвали прямо свежих одуванчиков возле своего дома. 2017 год вошел в историю метеонаблюдений как один из самых аномально теплых. Причина глобальной катаклизмы. Но снег этой зимой мы все-таки увидим, говорят синоптики. Можно ожидать, что начиная с 8 числа пойдет понижение температуры. 7-го у нас уже будут осадки не в виде дождя, а скорее всего в виде снега и в Москве, и в Подмосковье, и на большинстве территорий Центрального федерального округа. Ждать похолодания осталось недолго. Зима все-таки, да и по снегу на ледянках как-то привычнее. Клим Санаткин, Сергей Мухин, Наталья Сидорова, Ольга Коваленко и Денис Воронцов. Первый канал.